Battle Crush! И сегодня я просто обязана победить и пройти дальше. И я хочу, чтобы вы, мои дорогие подписчики, мне в этом помогали, потому что я не знаю здешних стратегий, правил и так далее. И у меня часто получается проигрывать. Колода находится здесь. Кстати, у меня здесь какие-то, наверное, бесплатные карточки. Нет, здесь прокачка, но я вспомнила, что мне совершенно ни на что не достает монет. Ну, 5 монет я еще, конечно, насобираю. Вот, второй уровень, здорово, здоровье улучшилось у этого гномика. Класс, мне нравится. А больше никого нельзя прокачивать? Нет, по-моему, больше ничего нельзя сделать. Ну что ж, я не расстраиваюсь. Я буду открывать сундуки и набирать карточки. Смотрим. Ох ты, вот она, воин. Обычный воин прокачка. Не новая обычная карта открыта. Голем, это големы. А еще я могу прокачать молнию. Ну что ж, давайте попробуем. Так, я поняла, у меня есть копилка, особое предложение. Но мне это не надо. Мне бы вот это все пооткрывать. К сожалению, я могу начать открывать только один сундук. Нет, спасибо. А что у меня в магазине новенького? Давайте посмотрим. Ага, тут карточки за монеты. Что ж, давайте купим вот этих скелетов немножечко. Потратим чуть-чуть монет и сможем прокачать. Отлично, супер. Они у меня на втором уровне, но я думаю, что прямо сейчас они будут на третьем уровне. Ах, скелетики мои дорогие. Нет, я не хочу ничего тут особенного делать. Я хочу зайти в мою колоду и посмотреть, как я могу прокачать скелетов. Смотрите, я их прокачу за 15 монет на третий уровень. Вау, класс. Они крутецкие становятся. А еще я могу прокачать на третий уровень вот этого персонажа. Обычного воина. О, ну это уже кое-что, ребята. Вот бы еще научиться прокачивать своих эпических персонажей. Это было бы классненько. Так, а еще я могу использовать голема. Ну, по крайней мере, я его вначале могу улучшить на один уровень. А, еще и на второй уровень могу. Ого, какое у нее здоровье классное. Мне нравится этот голем. Давайте его возьмем вместо вот этой. Так, использовать. О, вот это да. Он еще и делает. Класс, но мы его еще улучшаем. И кажется, это будет третий уровень голема. Класс, ну сегодня должны быть атаки просто невменяемые. Вот честное слово. Правда, у меня совсем мало монет осталось. Давайте посмотрим. У меня, кажется, еще тут кое-какой сундук открывается. Класс! Давайте поглядим. Еще карточки голема, лучницы и бомбочки. А, их очень много надо насобирать, чтобы что-нибудь получить. Так, ну хорошо, друзья. Постараемся. Ну, в общем, постараемся, попробуем. И мы вот идем сюда. 118 кубков, а у меня даже много кубков получается. Так, ну что, вот эта карточка. Пошли первые. А здесь пойдут вот, приятель, хорошо. А он экономит свои карточки, смотрите. Ага, а мы сюда тоже поставим. Хи-хи-хи-хи-хи, у меня тоже первого уровня. Давай. О, голем появился. А у меня голем, между прочим, третьего уровня, приятель. А у тебя все они первого. Ой, вот здесь вот беда, по-моему, наступает. Надо кого-то... Так, ага, смотрите, сколько у него карточек. Давайте уничтожаем его. Вот, голем, помогай, да. Так, голем, ты силен, ты справишься. А мы сейчас вот сюда этого поставим. Ну что, может, сюда защита пойдет? Ай, голем не справляется. Да что ж такое, они вдвоем справляются просто моментально. Так нечестно. На тебе, я тебя тоже буду отбрасывать. А сзади лучницы. Во, а тут мы еще кого-то поставим. Скелетики, например. А здесь будет голем. Пошел, голем, пошел. Давай. А это кто такой вообще? Да что ж такое, не могу отбиться никак.
Смотрите, ужас. Ого, это кто такой? Вообще, на голему мне нужна защита, поддержка. Давай! Бей, 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 не жалей! Ничего тебе не получится. Вот так, еще один голем сюда. Еще скелетики вот сюда. Ай-яй-яй-яй, вот этот вот, конечно, очень крутой. А я тебе его сюда поставлю. Ничего тебе не выйдет. Ай, тяните карту, хорошо. Тяну, 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 тяну. Вот здесь надо защиту ставить. Посмотрите, отбивается и отбивается. Третий уровень просто невменяемо отбивается. Так, вот это мне не нравится. Он первого уровня, но он сильный. Вот у меня два. Чистая победа! Серебряный сундук, 30 кубков! На что я еще могла рассчитывать? Конечно, это клево, ребята. Это очень клево. Но все эти серебряные сундуки, куда мне их складировать? Да, может быть, открыть какой-нибудь подешевле сундучок. Попробуем. Может, что-то... смотрите, мне кристаллы попались. Во, еще одна карточка голема. Еще карточка лучницы. Что-то они все одинаковые как-то. Ну что, давайте попробуем все-таки открыть один серебряный сундук. Для вас, мои дорогие подписчики. Ну-ка, раз. О, нет, чего так мало? Ну и что в этом серебряном сундуке хорошего? Он как обычный сундук действует, я только кристаллы потратила. Ладно, давайте вот этот отпирать будем постепенно. И, конечно, посмотрим, в каком состоянии у меня воины находятся. Так, смотрите, ого, за 150 улучшения молнии. Это сколько монет мне надо, чтобы его на третий уровень улучшить? Это просто невменяемое количество монет. Ну что ж, придется еще идти зарабатывать. А что делать, даже не знаю. Я бы, конечно, каких-нибудь скелетиков поменяла бы на эту молнию, если бы у меня было столько монет. Что же мне делать? И единственный способ добывания монет – это открывание сундуков. Да, именно в сундуках хранятся монетки. Но проблема в том, ребята, что как бы всего их 16. Всего 16 монет, и это тоже не хватает. 143 монеты, я вообще в шоке. Ладно, пойду-ка я еще раз сражусь и посмотрим, что из этого получится. Может быть, мне и не нужно будет копить монеты. Ого, 176 кубков у него. Он какой-то крутой. Так, ладно, выставляем. Так, вот сюда лучницы и защита. А, да что ж такое? Ладно, у меня тоже есть. У него первого уровня, в принципе. Давай. А здесь пойдут скелетики. Скелеты, быстрее! Быстрее добираемся, молодцы. Вот так. А, голема еще. Голем! Не-не-не-не-не-не. Голем нам... А какого уровня голем? Так, нет, нужна защита голема. Иначе все пропало. Так, что тут у нас? Хорошо, третий уровень, да? Ого, тут молния сработала. Так, а здесь нужны лучницы, мне кажется. Ого, ничего себе. Второго уровня. Но у меня тоже есть второго уровня. Ничего у вас не выйдет. Давайте, бейте, бейте, бейте. Вот так вот. А мы сюда отправим. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Бью, бью, бью. Класс. И големы сюда отправим. А, вот здесь вот надо защита. Третий уровень. Так, и вот нам тоже третьего уровня, между прочим. Супер! Опять чистая победа! Опять сундук и опять три монетки. Всего лишь три. Может, мне этого хватит? Смотрите, если я зарабатываю по три монетки, то, в принципе, мне еще один или два раза выиграть, и я все-таки получу на прокачку монетки. Так, хорошо. Вот у меня еще один сундучок. И предлагаю подкопить немножечко. Иду в бой. Еще раз иду в бой. Надеюсь на выигрыш, надеюсь на победу. Дайте мне хороших соперников. В смысле плохих. А, 183. Ого, 4000 здоровья. Ну, нормально, в принципе. Набирайся, набирайся, набирайся. Вот, пошли. Раз, два, три. Иначе карты начнут сгорать. Просто сгорать. Давай, давай. А, тоже третий уровень. Лучницы, да, у меня получается. А сюда мы пишем вот этого красавчика. Давай, давай, давай. Ай, слишком много.
Так, лучницы не вытянут. Так, срочно надо идти. Ого! Нет, 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 мне нужен голем. Мне нужен голем, иначе мы его не остановим. Ай-яй-яй, тут тоже голем, ничего себе. Давай, голем, давай, миленький. Ну же, ладно, сюда пустим одного. Так, защищай. Так нечестно, мою башню бьют. Тяните карту, недостаточно места. Ай, бьют башню. Так, надо отбиваться срочным образом. Ого, как такое может получиться? А, все, моей башне сейчас будет кардык. Так, голем оставим сюда. А, кажется, я проиграла. Вот это да, минус 5 кубков, но хоть бы монетки какие давали. Мне это совершенно не нравится, иду еще один бой. Должна выиграть, ну просто обязана. Я, правда, кубки теряю на каждом проигрыше. Но все-таки, ладно, идем. Вот в середину выпускаем вот этих вот. Мне как-то карты попались вообще неинтересные. Так, вот сюда этого. Так, и смотрим. Третий уровень, конечно. Надо выпустить кого-нибудь, потому что... Опа! Вот они, красавцы. Они сразу... Четвертый уровень лучниц! Ребята, вы прикалываетесь? А как они так прокачались? Серьезно! Так, ой-ой-ой, смотрим, смотрим. Сейчас будет совсем беда. У меня второй уровень скелетов. Они с ними просто в 200... А, вот она, в третьем уровне. Все, я поняла. Ай, где они взялись? Они уже стреляют в мою башню, а у меня никак не получается. Так, хорошо. А, все, ушли. Что? Что это за маг такой? Эй, мне так нечестно. Он первого уровня, но он, по-моему, будет справляться просто моментально. А, у него тоже две карты, у него осталось совсем мало карт. Да что ж такое? Маг, конечно, вообще ужас просто. Ай-яй-яй, ну хоть какая-то защита. Во, так, отталкивающая. Попробуем с магом сразиться. Нет, опять проигрыш. Ну да, лучница четвертого уровня, маг. И как тут выигрывать? Так, мне это совершенно не нравится. Попробую взять еще один сундук. Может быть, кого-то удастся все-таки прокачать. Голем, так. Все, по одной карте дают, всего по одной карте. Так, иду в колоду и прокачиваю вот эту молнию. Попробую ее использовать вместо вот. Так, первый уровень, вот, молния использовать вместо вот этих вот. И я ее все-таки улучшу. Пускай она у меня будет третьего уровня. Посмотрим, как она сможет справиться. Смотрите, мой замок стал крепче. Это классно, я на третьем уровне замка. Так, друзья, иду еще в одно сражение. Надеюсь, что мне хоть как-нибудь повезет. Как же они пытаются меня обогнать? Как у них это получается? 150 кубков, вроде немного кубков. Но все равно получается, что уж очень. Вот они ждут хода. А почему ждут у них, что карты не сгорают? Непонятно. Так, ладно, поставим вот этого. Он, правда, первого уровня. Ну, ничего страшного. О, что-то никто не идет. А, понятно. У него голем четвертого уровня. Ну, будем защищаться каким-то образом. Так, лучницы поехали. Так, а здесь справятся, наверное, да? Вот мы сейчас этого поставим сюда. Так, и вот этого поставим. У него третьего и у меня третьего. Вот, отлично. Надо сразу соображать, что мы делаем. Попробуем уничтожить. Ну-ка. А как? Не получилось. Почему не получается уничтожать его? Странно все это. Может, на него надо вот так? Бах. О, вот как это делается. А я все думаю, как же это делать? Так, голем сейчас мой проиграет. Еще чуть-чуть. Так, еще одного голема. Вот этот мне совершенно не нравится. Вот так, уничтожаем башню. Супер, получается, ребята. Ух, ну наконец-то, я уже думала, все. Золотой сундук. У меня будет золотой сундук. А что дает золотой сундук? 8 часов открывания. И а что нужно сделать? 48 алмазов отдать.
Да нет, это слишком много. Смотрите, у меня образовался клан. В смысле, мне предлагают вступить в клан или создать свой. А как можно вступить в клан? Ого. А если создать? Ничего себе, 1000 монет. Это ж сколько мне надо экономить, не прокачивать. Сколько мне надо открывать сундуков, чтобы у меня получилось создать свой собственный клан. Так, нет, ребята, я собираюсь вступить в какой-нибудь из ваших кланов. Пишите мне, какие у вас кланы, и я думаю, что я со своим отрядом, правда, еще очень слабеньким, вступлю в ваш клан, и будем вместе сражаться. Или меняться картами. Ну, посмотрим, что-нибудь да будем делать вместе, однозначно. Ну, а сейчас еще один бой. У меня одна свободная ячейка для сундучка. Мне надо ее заполнить. 211, клево. Я прямо чувствую, как у меня сейчас вот 2 максимум. Смотрите, я не выставляю. У меня начинает карта. Вот 3 максимум. И вот если я выставлю, я пошла первая. Так, хорошо. Кто там у нас первый выходит? Ага. Значит, это должна мы как-нибудь справимся. Пару ударов. Ну же! Да что ж такое? На тебе голема, ладно. Давай! У меня голем клевый. А здесь вот хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Вот так, хорошо, я сейчас голема постараюсь, я тебе помогу. Давай, голем. О, нет, только не этот. Так, мне нужна какая-то его удар. Во, отлично. Не будет у тебя этого персонажа. У меня есть хорошая молния. Так, мне нужна помощь голему. Мне нужна помощь стрелками. И мне нужна помощь вот здесь. Супер. Так, хорошо. Ай, второй уровень. Голем пошел. Да что ж такое, никак его победить не можем. Ну, магия сейчас победит. Не того надо было, не того. Вот голем у меня здесь, потому что у меня что-то всех побили. Смотрите, как быстро всех побили. Я защищаюсь. Так, вот так, этих двоих. Бах. И проходим дальше. Наша очередь. Ай, плохо дело. Как он умудрился побить вообще? Это разве мыслимо? Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Так, нет, так не пойдет. У меня второго уровня. Как вообще это происходит? Ничего себе. Так, здесь. Ай, бьют. На, получай. Да что ж такое? Как такое может быть? Это нечестно. Так, мне нужен голем здесь срочно. А еще мне нужен вот этот. А, сейчас проворонил. Вот так. Нет, 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 только нет. Два таких. Да что же это такое? Я их не туда сажаю, что ли? Почему мне не получается? Ай-яй-яй. Не, они все сбивают. Ладно, попробуем вот так. Сбили. Да что такое? Как такое может быть? У него что, невменяемое количество карт? Мне это совершенно не интересно. Смотрите. Вы открыли всю колоду. 14 карт. Поздравляем. А в смысле всю колоду? Это как это? Они у меня что, размножились что ли? Или я могу брать кого захочу? Ну что ж, давайте, ребята, попробуем. Так, а вот этого я могу использовать? Нет, он у меня уже использован. Вот только вот эти могу использовать. Использовать вместо вот этого будет одна бомбочка. Так, ну что ж, может быть, он только первого уровня, но он дальнобойный, и это мне нравится. Я хочу использовать его обязательно. Так, огонь мне не очень нравится. Вот это тоже такая, но она тоже, по-моему, не очень. Ладно, давайте мы ее... Нет, вместо лучницы. Лучница все-таки третьего уровня. А она у меня до сих пор первого. Слушайте, даже не знаю. А что, бомбочка у меня уже аж четвертого уровня? Вот это да. Может и действительно поменять. Возьмем, например, ее вместо лучниц. Вот, будут две бомбы. Слушайте, отлично. Попробую-ка я с такой командой победить. Вроде бы подобрала уже 14 карт. А было так мало. Пойдемте сходим, попробуем. Итак, 166 кубков.
Что, не хочет подключаться соперник? Хей-хей, соперничек, давай играть. Не подключился. Ну ладно, попробуем использовать другого соперника, в смысле победить. Ого, а у этого много побед. Ладно, у меня тут одна лучница. Ничего страшного, мы подождем. Так, отлично. Вот, теперь мы попробуем. Да, я в курсе, да-да-да. Мы сюда пойдем. Ай, четвертый уровень, значит, надо еще и лучниц туда. Давай. Ай, четвертый уровень. Ну что ж, у меня есть вот эта штука четвертого уровня. Отлично. Так, вот, товарищи, иди. А, вот так вот. Есть. И этого поставим издалека. Давай, уничтожай. Слушайте, у меня големов должно быть очень много. Почему у меня самые обычные попадаются? А, здесь голем пошел. Ну что, ничего страшного, что голем. Вот этот вообще очень-очень... Вот, два голема. Защита одного голема и вот второго голема. Так, а теперь мне нужна сила, причем хорошая, чтобы избавиться от вот этого мага. Бах, отлично. Еще один на один будем стрелять. Да что же я этих скелетов выбить не могу? Че он такая битва сложная-то? Так, мага, убрать мага. Есть. И сюда вот этого, а сюда голема. Давай, давай, уничтожаем. Вот этих товарищей сейчас уничтожим. Так, голем, помогай. Тянем карту. Ай, противные. Вот, сейчас уничтожить моего. Слушайте, вот этот мне совершенно не нравится. Даже не знаю, кого лучше уничтожать. А, вот этих вот надо уничтожать. Не успею. А этот будет сражаться, да. И сюда лучницу. О, смотрите, да как такое может быть? Все, у него тоже карты закончились. Они третьего уровня. Вот почему они уничтожаются очень долго. Так, да нет, ну почему у меня такие карты глупые? Так, этих надо уничтожить. И этого тоже, чтобы он ко моей это не подходил. Да что-то, я же его убила! Да ну, не может, да что, куда я стреляю, вот. А, глупо сделала. Все, пошли. Тянем карту. Вот еще одна какая-то у него. О, нет, у него не одна карта. Так, голем тут идет. Мне нужно уничтожение. Вот это шестая карта, я не могу добраться вообще. Так, пошел. Вот, отталкивание и сюда. Давай, я тяну карту. Так, вот здесь вот у нас проблемы. Бабах нужен, бабах, большой бабах. Да что ж такое? Ого, тут уже настоящая беда, настоящая война. Так, а здесь вот надо. Раз и два. Паш, я этого не уничтожила. Почему не уничтожила? Так, уходим. На тебя, получай. Эй! Эй, големы! О, да у него силачи целая толпа. Попробуем уничтожить, но это, по-моему, бесполезно. Он меня сейчас сделает. Ого, да, у него карт гораздо больше. Давайте сюда попробуем, а сюда вот. А, все равно не получится. Вот с одного раза не получается, только половина жизни у этого мага. Если есть маг... У Болтушки ничего не выходит. Дорогие подписчики, напишите мне в комментарии, почему у Болтушки ничего не выходит. Я хочу еще один сундук заработать, а у меня ничего не получается. Да, мне нужна прокачка. Я уже все потеряла на свете. Так, максимум две карты, говорят, но я не буду их брать. Вот у меня еще одна. Так, сейчас сгорит, я чувствую, если я что-нибудь не выставлю. Пускай будет еще одна карта. Вот что он ждет? Ну, он голема сразу выпустил, а я вот тут вот голема выпущу, вот. Пускай сражается. Так, ну что делаем-то? Третий уровень, первый уровень. Так, а мы сюда вот этого выпустим. Так, хорошо, голем. Ну, это нечестно. Мы тебя тоже бомбанем. А, вот. Главное, чтобы не было всяких там магов. Иначе будет совсем беда. Да что ж такое, я же вроде подорвала. Почему он не подорвался? Он какой-то сильный. Причем слишком.
Вот так. Давай, уничтожай его. Эй! Слушайте, ну это правда нечестно. Так, вот она одна. На тебя. А, вот у него еще кто? Это сильная, кстати, карта. Он даже моего голема бьет. Смотрите. У голема столько жизней. А, вот еще один голем, потому что работает с ним. А так тебе, а? Вот так вот. Но у него карт, конечно, много. Давай. Да что ж такое? Кто там сбивает? Зеленый, красный. Во, отлично. А этих надо уничтожить. И все, вот сюда пошли. Плохо дело. Давайте попробуем его уничтожить. Или нет? А, даже не нужно уничтожать было. Вот этого попробуем уничтожить. Бах! Молнии, супер. У меня еще один голем, что вы думаете? Еще вот такая штука есть. Ай-яй-яй! Пропустила одну. А мы сюда пойдем. Давай. Слушайте, этот шут вообще, он не... Да что ж такое? Как они прошли целой толпой? Я не заметила. Он все свои карты пустил. Так, ну вот, спасибо. Бьют меня опять. Я не понимаю, каким образом меня бьют. Он бьет прямо жестоко, смотрите. Так, стоп. Не пройдешь. Раз, не пройдешь. Два. Не побила. Вот эта бомба вообще не имеет значения. Так, все, у меня осталось совсем чуть-чуть. Сейчас меня побьют. Пам-бам-бам, опять побьют. Ребят, я ничего не понимаю. Почему меня бьют? Почему первый уровень сильнее, чем второй и третий? Я не понимаю этого. Пишите мне об этом в комментарии. Так же нечестно. Моего шута просто за 2 секунды. Хотя у моих противников, наверное, тоже эпическая карта. Эпический воин, но против шута шут просто вылетает, а воин противника побеждает. В общем, я жду ваших комментариев в первую очередь. А еще не забывайте подписываться на канал Болтушка-Веселушка, жать колокольчик и приходите ко мне почаще с вашими подсказками. Чао, котов!